София? Ничего, она вылазит. Ой. Всем привет, ребят. А, я так снимаю напротив солнца. Ой, у нас такая прекрасная погода. Смотрите, класс. Мы с Софией идем. Нам позвонили, сказали прийти. Ну, вчера гуманитарку получить. А то сказали, что мы никогда не ходим забрать. Вот. У нас света нет с утра. Ни света, ни связи. Ну, ничего уроков. Нет. Но за уроки это да. Немножко рада даже. Угу. На улице вообще весна-весна. Весна красна. Да. Людей никого нет. А сюда? Или в тот? Нет, нам сюда. Сюда. Передыхаем у нас. Передых. Сейчас домой приду, покажу вам. На улице, ребята, вообще. Конец января. Снегом и не пахло. Вообще. Да. Да? А что ты делаешь? Ну, вот так. Я хочу сейчас... А, София, надо сейчас узнать, есть ли вода, воды купить. Но, может, и нету. И огурцов надо купить, Женя, на тормозок. Так, мы домой пришли. Это чистая сумка. Так, хлеб купила семейный, черненький. Молока, 2 пакета. Сегодня утром Софии позавтракать... Хотели, я говорю, давай яичницу поджарю. Девочка, я не смогла эту печку подключить. Баллон у меня пыхал-пыхал. И решила я не рисковать. Думаю, Жени нет, но его в баню. Так. 2 огурчика, 2 помидорчика. Может, вечером пожарю. София сильно просила этот... Хочет яйца с помидорами вот, пожарить. Так, и гранат один взяла. Что-то так захотелось гранатика. Так, здесь у нас все. Здесь все. Так, сейчас вам покажу, что в гуманитарке дали. Хорошо, что София со мной пошла. Такие сумки. Вроде бы небольшие, но тяжелые. Так. Ребята, это на двоих, нам с Софией. Масло, щедрый дар, по 2 бутылки на человека. В общем, 4 бутылки. Не, Кусь, да это не для тебя. 4 бутылочки. Хорошо, да? Можете мне там, кто недовольный, не писать, потому что это положено, все получают. Не я одна придумала это. Я вообще же вам скажу, редко хожу. Люди говорят, идите, получайте. Так, это у нас, так понимаю, мука, ребята. Да, на по 2 килограмма муки на человека. Так, я не буду доставать сейчас, а то сыпется. И рис. Видите, такое все в рассыпную. Не буду я его доставать. Ну, рис обычный, кругленький. Тоже 2 килограмма. В общем, на человека 2 килограмма муки, 2 килограмма риса. И под 2 бутылки масла подсолнечное. Хорошо, девочки. Все чудесно. Спасибо большое, кто помогает. А я еще вышла, говорю, давай, София, зайдем в ателье, мне надо было Жене джинсы сдать, подшить. Ой, джинсы, спортивные штаны. Я говорю, давай возьмем, сразу идем по пути. Туда зашли, мусор выбросили, туда зашли, туда зашли. В общем, с утра все дела сделали. Я даже не знаю, сколько времени сейчас. Короче, сидим без света. Вчера напряжение скакало. Ого, мне надо в магазин идти, знаете, зачем? Лампочку уже не сказал купить. И зайти в магазин строительный фильтра купить. Пошла обратно тогда. Хорошо, что не разделась еще. Время 12 часов.
Еще весь день впереди. А что ж у нас со светом? Но вроде бы пишут, по всей Украине нет света. Но Аня мне позвонила, она говорит, у нас есть. Сейчас с Микуськой пойду на улицу погуляю. На улице солнышко, хорошо, пойдем с тобой погуляем. И в магазин схожу, и с ней схожу погуляю как раз. Да, Микуся? Прическу надо сделать тебе. Фостик. И пойдем погуляем. Что дома сидеть? Света нет. Давай. Давай. Ляпатуська моя. Ляпатуська моя. Да не крутите. О, резинка стрельнула. Порвалась резинка. Как ты нам дозваниваешься? Мы тут не можем у себя никому позвонить. Нет связи. А ты мне можешь позвонить. Как такое может быть? Не знаю. Вот как такое может быть? Аня может дозвониться. Я маме звоню, набираю. Нет. Связь на данный момент. Или вообще все срывается. Так, Микуська. Пока я тут разговаривала, Мики уже уснула. Микуся уснула. Мама прическу сделала и уснула. Давай одеваться, пойдем. Я вспомнила, тебе надо еще купить корм. Вот. Тебе осталось мало корма. Давай. Ляпки. Ой, мы как ехали в Харьков с Харькова. Она же в комбинезоне у меня. И она вот ложится, лапы поджимает. И лапы с комбинезона передние вылазят. Она их там раз, так поджала и все. Давай лапочку шпить. Я тут не повредила. Стой. Да что такое, что она не вылазит у тебя? Что она не вылазит? Давай. Пойдем, подышишь свежим воздухом. Только мыть. Не знаю, как ее мыть. Ну, у меня вода есть набрата, но она... Ну, ладно, она же в комбинезоне. Купать ее всю не буду, только лапки промоем. Давай. Ой. Мики. Шерсть твоя летает. Ложись. Красотка, лезись. Ложись. Сейчас давай голову вверх. Давай. Раз. Два. Сегодня, девочки, маникюр. Все, накрылся медным тазом. Ну, света нет, как ты сделаешь. Ну, может, что-то изменится еще. Ну, посмотрим. Все. Девушка, вы готовы. Все. Девушка, вы что там уснули? Шапку не будем надевать. Так, пойдем без шапки. Скажи всем привет. Ой, такая зачарованная. Сейчас же будешь бегать на улице нормально. Не стесняйся. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пойдем, мама. Ой, темень, темень, темнота. Красота. Ай, как на улицу аж бегом побежала. Вот это у нас весь снежок понад бордюркой. Там какашки, Мики. Обходи. Фу, фу, фу. Не надо это нюхать. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. Корм тебе купим. Ой, это сейчас пока все кусты не пообнюхивает. Пойдем. О, надо как раз эти купить. Я вспомнила. У нее закончились. Это такое беру, как росинка. Глазки протирать. Пойдем, Микуська. Да что тебе все в какашки тянет? Ой, весело. Хвост как бубликом. Телек этот.
веером, веером машет. Лосьончики. Корм. Так, лосьон. Вот такой беру всегда. Лосьон, все, корм купили. Лосьончик для глаз купили. Все купили. Сейчас пойдем лампочки купим. Бабушке купим краску для волос. Фильтры надо глянуть. Сейчас строительный сходить. Пошли, Микки, пойдем. Купила маме краску. Как раз мне эта смс-очка пришла. Сейчас на новую почту сбегаю. Ну, то есть, Микки, погуляем, да, Микуська? На улице хорошо. Только лапки будем мыть холодной водой. Ну, а что, другой нет. Как раз я тут проходила, вот эти кустики, помните, черный котик выбегал? Так его больше и нет. Может, он тут случайно был. Пойдем, Микуська. Что ты испугалась? Боится. Букетов боится. Пойдем, не бойся. Пойдем. Пойдем. Пойдем, зайка, пойдем, пойдем, пойдем. Ой, страшно. Скажи, что-то новенькое, да, поставили? Да, наверное, день соборности ставили. Приносили цветочки, память. Пойдем. Сейчас сходим на почту, только там Микки буду нести на руках, там грязь. Мы уже дома пришли, Микуську помыла. Там, девочки, покажу, что я забрала на почте. Так, маме купила краску. Мама, это мамина любимая. Престиж, Бургунди, 225 номер. На почте Аня попросила. Она мне для пробы, ну, купила у Анечки вот такой вот набор. Орган алия. Органовая алия. В общем, здесь шампунь и маска для волос. Она говорит, ну хочешь попробуй, может понравится. Просто у меня шампунь уже заканчивается. Я говорю, Аня, мне надо какой-то новый шампунь. Она говорит, хочешь попробуй такой. С вами откроем. Такая коробочка. Ой, она малюхонькая вообще. Ну это так, для пробы. Попробовал, подойдет тебе или не подойдет. А ну сейчас открою. Запах. Не могу понять. Такой нежный-нежный запах. В общем, заказала себе такой наборчик. Раз. Сейчас покажу еще, что заказала. Вообще, зачем я вставляю, если я это все сейчас вытащу? Ладно. Это фирма другая. Думаю, Contempora, а это... Вот такая. Кайпро. Попробуем. Тоже итальянская, девочки. Итальянские. Потом заказала у Ани вот такой вот шампунь. Полностью на натуральных этих. Ну, натуральная тут на травах. Все мне Аня почитала. Я говорю, давай, я возьму. София у нас моет разными шампунями голову. И София начала жаловаться, что у нее появилась перхоть. Ну, может быть, из-за воды. Вы знаете, что у нас вода очень плохая. Ну, я говорю, ну, давай купим. Сначала Женя говорит, купи в аптеке Незарал. Я говорю, нет, давай, я говорю, возьму, хочу у Ани вот это итальянское. Преве, или как она как-то называется, да? Преве. Именно от перхоти. В общем, я ее буду, девочки, тестировать. Ну, пусть София моет в течение месяца. Потом через месяц я вам скажу результат. Хороший шампунь или нет. И... А это мне Анечка подарила. Вот это вот масло, которое можно и на тело наносить, и на волосы наносить. Вот такая вот какая-то олейка. Она тут с блесточками идет. Если так тело намазала, оно красиво, она говорит, блестит. Ну, такое, как переливается. Что мне камера не фокусирует. Вот. Я говорю, ну давай. Я говорю, этот
у меня кожа суховатая. Она говорит, масло впитывается сразу. Я говорю, нету такого, что я намажусь и будет жирная. Она говорит, нет, впитывается хорошо, и кожа такая вот как напитанная становится. Ну, попробую, вам скажу. У меня кожа сухая, девчонки. Надо щетку еще, щеткой позаниматься, отшелушить все лишнее на ножках, а потом вот этим вот маслечком. Тут видите, блестяшечки. Ты их взбалтываешь. Все, и пшикаешь. Это Аня мне подарила. Так, что я там еще купила? А, микуськи для глазиков протирать. Ну, глазки протирать, чтобы не это. Для очей лосьон гигиеничный. Для котиков и собачек. И корм купила. Я вам показывала, какой я беру. Полкилограмма корма. Сейчас я его пофасую. В баночки в свои пересыплю. Ой, мамулька, что ты там за кормом, за кормом затарахтела? Мамулька, ты нагулялась? А на почте что ты там? На почте. Всем понравилось? Всем понравилось ты, да? Скажу, да, я всем понравилась на почте. Всем понравилось. Всем, кто был, всем понравилось. Время 2 часа дня. Солнце светит. Маме появилась связь у нас, ребята. Маме дозвонилась. Это мама говорит, на улице гуляем, витамин D3 принимаем. Я говорю, молодцы. Я говорю, мы тоже только зашли домой. Хотела понюхать. Да, девочки? Ну, запах такой. Есть такой, немножечко нежный какой-то. Но такого приторного запаха нет. Да, оно впитывается, и кожа влажненькая стала, но не жирная. Прикольно. В общем, буду пользоваться. Про шампунь потом вам расскажу. Может, тоже кому-то надо будет. Я говорю, Аня, почитай, она мне почитала, говорит, все там, все на натуральных травках, говорит, ну, состав, говорит, хороший. Вот. Сейчас ее понюхаю. Ну, такое травяным пахнет. Она, конечно, тоже, ну, этот шампунь тоже, ну, как бы не из дешевых. Я говорю, ну, Попробую. Все, девочки. Тогда с вами на сегодня, мальчики, прощаюсь. Не знаю, чем заниматься. Света нет. Я ж уже с утра поубирала дома. Ну, как поубирала? Попылесосила. Ну, можно сейчас пыль повытирать. Ну, без света ничего не сделаешь. Все тогда. Всем пока-пока. Берегите себя. Всем хорошего настроения. Будьте добрее. И жизнь будет прекрасна. Все. Пока.